Работать с детьми, их воспитывать и учить с понедельника по субботу, наставлять и еще любить – это все про учителя. Ежегодно 5 октября более чем в 100 странах мира отмечается День учителя. Самые теплые слова и пожелания в адрес работников образования в прошедшие выходные звучали и в Чебоксарах. Учителя всегда ждут чуда, а когда оно случается, его не замечают. Но правительство республики заботится о том, чтобы работа преподавателей оценивалась по достоинству. В праздничный день почетное звание «Заслуженный учитель Чувашской республики» получили преподаватель биологии лицея номер 18 города Новочебоксарска Надежда Захарова, учитель иностранного языка Шумуршинской средней школы Светлана Жилкина и учитель физики гимназии номер 8 города Шумерля Татьяна Филиппова. Также почетной грамотой Министерства образования России наградили 10 победителей конкурса «Лучших учителей страны». В качестве премии 200 тысяч рублей. Одной из них стала Елена Свинина. Стаж работы с детьми у нее более 20 лет. Я чувствую безмерное счастье, благодарность. Благодарность учащимся, благодарность их родителям, коллегам. И безмерная благодарность правительству нашему, Министерству образования, за то, что оценили мой скромный педагогический труд. Коллегам я пожелала бы прежде всего здоровья, семейного благополучия, взаимопонимания в коллективе, благодарных учеников, пытливых учеников, чтобы они не мечтали о чудесах, а жили в этих чудесах. Искренне желаю пытливых учеников и огромного счастья вам в работе и в жизни. И пусть чудо в вашей замечательной работе случается чаще, и пусть это чудо замечают все. Праздник! Хотя день и осенний, а настроение у учителей солнечное. Все они улыбаются, поздравляют друг друга. И кажется, действительно, профессия учителя делает их счастливыми. Дорогие коллеги, уважаемые родители, наши милые дети, всех вас я поздравляю с этим замечательным праздником. Желаю, чтобы душа наполнялась счастьем, радостью и море-море улыбок в сегодняшний праздничный день. Уважаемые коллеги, разрешите мне от своего имени и от имени нашего коллектива Солнечной школы-интернат поздравить вас всех с праздником, Днем Учителя. Ну, я пожелать вам хочу всего самого хорошего, но самое главное, чтобы было у вас здоровье и понимание детей, чтобы вы с детьми всегда находили общий язык и чтобы не было никаких проблем у вас с детьми. Еще раз с праздником вас! В жизни каждого из нас есть учитель, которого мы вспоминаем с нежностью, благодарностью, теплом и уважением. А в их сердцах практически каждый ученик оставляет свой след. Самое главное для учителя, чтобы состоялись их ученики, и чтобы они говорили, вот были такие учителя, благодаря этим учителям я достиг таких-то больших успехов и достойное место занимаю в нашем гражданском обществе России. Что бы ни происходило в мире, профессия учителя всегда останется востребованной. Татьяна Трофимова, Андрей Шоклев, Республика.